Нам требуется защита от излучения, особенно от электромагнитного радиочастотного излучения, исходящего от Wi-Fi и мобильных телефонов. Оно может нарушить развитие клеточной структуры, особенно на стадии эмбрионального развития. Теперь вам стоит принимать во внимание и Li-Fi, сокращенно от Light Fidelity, технология, которая использует для передачи сигнала свет от светодиодов, мигающих с частотой 1000 раз в секунду, передавая информацию через воздух. Она работает лишь в том случае, если связь происходит напрямую через источник света и не может проходить сквозь стены. Я лично вижу в этом плюс, потому что в таком случае не придется сталкиваться с теми эффектами, которыми обеспокоены многие родители, имеющие дело с Wi-Fi, способным проникать сквозь стены. Кроме того, есть еще одна проблема, о которой стоит знать мужчинам, в том случае, если они обычно держат свой телефон в кармане. Новые исследования показывают, что если вы располагаете свой сотовый телефон вблизи тестикул или в паре десятков сантиметров от них, это может настолько снизить уровень сперматозоидов, что возможность оплодотворения станет затруднительной. Об этом сообщает издание Telegraph. Лучшие британские специалисты по бесплодию советуют мужчинам перестать быть зависимым от мобильных телефонов. Ученые обнаружили, что количество сперматозоидов у мужчин, которые держат телефон в кармане штанов в течение дня, серьезно снижается в 47% случаев, по сравнению лишь с 11% у остальной исследуемой группы. Команда наблюдала за сотней мужчин в течение 4 лет. Даже нахождение телефона на прикроватной тумбочке приводит к снижению уровня сперматозоидов. Качество сперматозоидов у мужчин в западных странах неуклонно снижается, а в половине случаев оно достигло критических значений.